Ни хрена себе. Такого я еще никогда не видел. Ни хрена ж себе. Запредельно безумная ситуация. Все хорошо? 11 лямов баксов? Теперь Феррари купишь? Охренеть! Эй, тише, тут ребенок. Йо, как жизнь? Это ревущий котенок. Расскажу вам все самое интересное про акции какой-нибудь компании. И ей станет... GameStop. Потешный тип. Розничные трейдеры вкладываются в GameStop. Они видят потенциал. Скупку акций форсит один человек. Чё за придурок? Дурные деньги, друг. Тогда берем. Уолл-стрит ставит на крах этой компании. И если они правы, уроды из хедж-фондов получат кучу денег. У его видео 70 тысяч просмотров. Ты лучший! Как он, так и я. Как он, так и я. Акции GameStop растут и растут. Еще чуть-чуть, и я тебе особняк куплю. Выпьем за это. Мой брат тупо задрот. Уолл-стрит видит это, да? Охренеть, не встать! Охренеть! Не тяни со звонком. Охренеть. Есть минутка. Я... Какая сегодня прибыль? 5 лямов. Сколько сегодня потеряли? 1 миллиард. А вчера? 4 ляма. А вчера? 1 миллиард. Милый. Да? Мы ж пипец как богаты. Ты вздрючил кучу мажоров. Они отомстят. Надо обсудить ситуацию с GameStop. Розничные трейдеры. Лузеры. Вам повестка. Уолл-стрит кидалы. Какой сюрприз. Ты выступишь перед Конгрессом. Ставки повышаются. Нафига такая победа, если приз в итоге стырят? Люди чувствуют, что система сломана. Суть фондовой биржи была в том, чтобы разбогатеть при помощи ума и капельки удачи. Но все это в прошлом. Для простых людей надежды нет. Скотина. Но теперь она появится. Ништяк.